Всем салам алейкум, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас такой небольшой объект, цыганский зал, можно сказать. Мы здесь плитки ложим. Вот у нас ученик. Асим, зовут его. Асим, здорово. Приветствую, ё-моё, чё ты молчишь? Скажи салам хотя бы. Салам алейкум. Вот. Он хочет научиться плитку ложить. Правда, у нас тут получается очень плохо, то, что вот у нас слой большой идет. Из-за того, что у нас пол совсем ровный, да, мы решили выровнять немножко. Давай, попробуй ложить. Вот такой рисунок у нас будет. Обычно они коврик положили последним. Теперь уже решили вот так. Ну что, получается, нет? Да. А, хорошо. Ты как-то давай чуть пошустрее, да? А то мы так с тобой год будем здесь торчать. Так, это еще надо. Еще здесь стукни еще чуть-чуть. Смотри края, смотри, вот, видишь, они выступают. Здесь тоже. Вот это Илюша у нас, хозяин. Хозяин этого прекрасного зала, да, Илюш? Он стесняется, в общем. Да иди ты отсюда. Мне можно. Нельзя. Вот. Возьми крестики, ставь крестики и все. Илюш, привет передавай всем, Илюш. Эй, сюда смотри, куда ты бежишь, алло. Илюша. Вот почему называют его цыганом. Хорохай. Короче, приятного просмотра, мы дальше по частям будем снимать. По возможности. Сейчас помогу, ученика помогу немножко.